4500 тонн снега вывезли с дорог Самары за минувшие сутки. Для этого ночью задействовали 102 самосвала, а всего работало 260 единиц техники. Первый вице-мэр Владимир Василенко поставил задачу подрядчикам увеличить количество вывезенного снега до 8000 тонн в сутки. Для этого привлекается дополнительная техника, машины перераспределяются между площадками, куда вывозят снег, чтобы на выгрузке не было ожидания. Первый замглавы города поручил активнее работать и возле соцобъектов. Еще раз проверьте тротуары, подходы, подъезды к детским садам и школам, чтобы эту ситуацию мы сейчас упредили. По прогнозу, который сегодня мы имеем, умеренный снег, поэтому в этом вопросе работаем по тому регламенту, который сказали, что больше у нас по этой тематике вопросы не возникали. Административные комиссии регулярно проверяют качество уборки в городе и выявляют недобросовестные управляющие компании. За период снегопада администрациями района проводилась проверка содержания территории внутри городских районов и по фактам нарушения правил содержания административными комиссиями в соответствии с 115 МГД законом о административных нарушениях составлено более 150 административных материалов управляющих организаций собственников за невыполнение требований по благоустройству территории. В преддверии крещенских купаний город также следит за организацией купелей. Напомним, что в ночь на 19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В Самаре установят купели при храмах. Купание в прорубях запрещено, кроме организованного места для омовений на полевом спуске набережной Волги. Полная готовность, Игорь Викторович, в рамках все палатки, все выставлено, все трапы и тому подобное. И вот погода, пока будем говорить, теплая, чтобы вот там вот на трапах, где купили, чтобы там лед убрали. Районным администрациям и управляющим компаниям первый замглавы поручил активизировать работу по очистке скатных кровель. Их в городе порядка 7 тысяч. После снегопада крыши чистили около 200 человек. Осталось почистить еще около 400 кровель. Бригады продолжают работу. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.